Продолжим новости спорта. В Прикамье состоялось громкое событие – чемпионат мира по летнему биатлону. Мероприятие стало важным спортивным событием для всего Прикамья. С церемонии открытия репортаж наших коллег из города Чайковский. Стадион «Энергия». Торжественная церемония открытия чемпионата мира по летнему биатлону. Грандиозное спортивное событие, масштабов которого Прикамье еще не видела. Пермский край, прошлое и будущее. Театрализованное представление, открывшее официальную часть, познакомило гостей с историей Прикамской земли. Церемонию открытия провел известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. После этого чемпионата мира, я не сомневаюсь, расцветет и заиграет новыми красками. И спортивная победная симфония, которую будут писать биатлонисты всех стран, она, безусловно, запомнится на многие десятилетия. Итак, внимание! Встречаем флаги стран-участниц чемпионата мира по летнему биатлону и приветствуем команды на трибунах! Стадион приветствовал представителей команд-участниц. В этом году бороться за медали мирового первенства будут спортсмены из 19 стран. Украина! Внимание, Чайковский и Россия! Приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Счастлив приветствовать в нашей красивейшей спортивной столице края, в Чайковском, болельщиков, спортсменов, тренеров, жителей края, жителей Чайковского, ну и, конечно, наших дорогих гостей. And today I'm happy to welcome here the fans, the athletes, the coaches, the wonderful people who live here in Чайковске, and of course our great guests. Чайковский и край имеют большой опыт приема разных спортивных соревнований. Но, конечно, чемпионат мира для нас это был настоящий вызов. Of course, Чайковский has great experience in hosting various sporting events. But of course, the international championships have been a challenge. И мы счастливы видеть сегодня результаты этой большой работы в самом городе. Город стал краше, город стал лучше. Большой работы в крае. Мы действительно очень много сделали. И с гордостью сегодня приветствуем здесь наших гостей. Его словам присоединились заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за подготовку к этому чемпионату. Я знаю, что вы сделали большую работу по улучшению инфраструктуры стадиона города Чайковский. Также отрадно знать, что все билеты на эти соревнования уже проданы. Это на самом деле впервые на моей памяти, что за несколько дней до чемпионата уже все билеты проданы. Это, конечно, я вас поздравляю просто. Да. Действительно, масштабы соревнований грандиозные, ажиотаж вокруг чемпионата небывалый. И работа по организации мировых стартов, по подготовке самой территории была проведена огромная. Чайковский буквально преобразился на глазах. Благодаря тесному взаимодействию с краевыми властями, с привлечением федеральных средств, были отремонтированы сотни километров дорог, в том числе и региональных. Только на ремонт центральных магистралей Чайковского из бюджета Пермского края было выделено свыше 30 миллионов рублей. Еще порядка 38 миллионов край направил на благоустройство городской территории. Биатлонный комплекс доведен до уровня международных стандартов. Сегодня «Снежинка» может конкурировать с аналогичными спортивными объектами по всему миру. А Чайковский по праву считается спортивной столицей Прикамья. Все готово к проведению чемпионата на самом высшем уровне. Лидия Ломакина, Юлия Глаголева, Владимир Кошкин, телерадиокомпания «Медиа».